твои глаза. К сожалению, сегодня Анюта Глазкина не смогла принять участие в выборе фотографии в полуфинале и финале, который будет принимать участие. Поэтому по ее просьбе я ее замещаю. Я Сергей Абалин, ведущий программы «Утро на СТС». После долгих споров и разногласий в этом туре, в четвертом туре, побеждают девушка Ирина Лесик и парень Лев Райзман. Несмотря на то, что она черно-белая, мне кажется, она передает настроение и какую-то радость, эмоцию. Атлетическое телосложение. Агрессивный взгляд. Звериный оскал. Растрепанные волосы. Просто как бы фотография произвела впечатление. Наверное, это самое главное. Эта фотография победила среди девочек. Здесь хорошо передана атмосфера, там, где происходит действие. Это воздушность, легкость и... красивая работа сама по себе, как художественная работа. Мне нравится эта фотография тем, что она после просмотра оставляет много загадок в голове. То есть я, например, до сих пор не могу ответить самому себе на вопрос, действительно ли платье на этой фотографии реальное платье, а не нарисованное. Но и плюс ко всему, если это действительно реальная фотография, ну хотя бы 50% на этой фотографии реальность, а не фотошоп, то я уверен, что много трудов было затрачено для того, чтобы создать эту фотографию, найти этот интересный грот, одеть девушку в это интересное платье, белое, красивое, наверное, все-таки свадебное, а может быть и нет. Очень нежная, легкая, воздушная, качественная фотография, несмотря на легкую обработку фотошопа. Надеемся, что участники согласятся с нашим выбором.